округе опережающими темпами идет расселение граждан из аварийного жилья. С начала года на Ямале в комфортные условия переселили более 1000 семей. Из них 400 в новостройки, а 600 получили возмещение стоимости жилья или воспользовались региональными мерами поддержки, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. Всего за полгода в округе расселили около 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Высокие темпы работы позволяют решить задачу главы региона Дмитрия Артюхова по ликвидации 1 миллиона квадратных метров аварийок до 2025 года. Сейчас план выполнен более чем наполовину. До конца года планируется переселить еще 1500 семей.